Вот так обыденно под шум городской жизни в Новом Осколе произошло, пожалуй, самое настоящее революционное событие. Впервые жители округа получат возможность пройти весь комплекс современных диагностических услуг на аппарате экспертного класса, никуда не выезжая за пределы города. И что особенно важно, центр будет предоставлять услуги не только на коммерческой основе. Доступным будет данный центр в системе ОМС. И, соответственно, у людей, которые обладают полисом за медицинское страхование, все исследования и все диагностические процедуры будут оплачены за счет фонда обязательного медицинского страхования. Ультразвуковая и функциональная диагностика, гинекологические обследования и магнитно-резонансная томография – это те услуги, которые в центре можно получить уже сейчас. Открытого типа буквой С, по-русски говоря С, русская. Туда вот заводится пациент и заводится вот так вот. Не как все открыто, голова открыта, ноги открыты, руками человек даже может глядеть в окошечко. Делаем все исследования, кроме брюшной полости кишечника и желудка не делаем. Лопатку не делаем и ключицу. Все остальные органы мы делаем свободно. Видимость отличная. Исследование проводится быстро. В ближайшем будущем здесь планируется также запуск спиральной компьютерной томографии. Кроме того, в центре можно будет сдать медицинские анализы всего спектра назначений. Начнет работу и стоматологический кабинет. Работать там будут специалисты высокой квалификации. Елена Голотовская, Игорь Доценко. Такой день на мире Белогорья.